Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты и подготовка к зиме. Так, уже скоро сентябрь, 20 августа 2020 года. Значит, подогнали, значит, галоген. Галоген на 150 ватт. Он и светит, и греет, как видите. Подогнали на нулево, на нулевое потребление. Вот он светит и греет. То есть и свет, и нагрев, ребята. Вот. И освещение, и нагрев. Все сразу два в одном. Применил шим на 400 ватт. По схеме, значит, 48 вольт, 0,3 ампера всего. То есть высокое напряжение, низкий ток. И поставили вот этот радиатор, чтобы он не перегревался. То есть это обязательно надо, ребята. Потому что когда ток низкий, то он работает на этом токе, на самозапите. Ток производит система сама, видите? Сейчас не производит. Вот, видите, производит сама система. То есть производит сам ток. И здесь производится, видите? То есть и лампа производит ток. Сам и лампа производит ток. И даже этот производит ток. То есть это все генераторы тока. Поэтому потребление ноль. Мы просто подровняли, уравняли. Видно, что потребление ноль. Видите, счетчик стоит. Мы подровняли, ребята. Просто подровняли. А так оно генерирует. И этот сим генерирует, это генерирует. И лампа. И лампа тоже, как видите, генерирует ток. Сим генерирует, здесь генерирует. И лампа генерирует. Лампа тоже генерирует ток. Все это генерирует ток. Какой нагрев у системы? Сейчас посмотрим. Так. Тут надо поймать. Нагрев, видите, 143 градуса. То есть 150, тут просто это аппарат такой, что точно не по... Ну, 150 градусов, считай. 143,7. А расход 0. Как видите, нулевой. Расход нулевой, нагрев 150 градусов. Плюс, ребята, освещение. То есть бесплатное освещение и отопление зимой. Абсолютно бесплатно. А сейчас схему этой системы нарисуем. Итак. Галоген. Трубчатый. 150 ватт. 150 ватт. Его мощность. Нагрев галогена 150 градусов. 150 градусов. Так. Расход 0 ватт. 0 ватт. Далее. Сим. Сим 400 ватт. Мощность. На шиме вот тут ручка, ручкой мы регулируем, чтобы не было расхода. То есть вырабатывает ток и галоген, и шим. Просто надо отрегулировать на,
как сказать, чтобы вход и выход уравнялись. Далее от шима выходит, ребята, на зарядник 48 вольт, 0,3 всего десятых ампера. Вот такая схема. То есть галоген, нагрев его 150 градусов, шим регулируем, зарядник, значит, ток поступает на галоген. Галоген, как вы видели, генерирует ток. Вот этот прибор показал. Вот. Вот я на галоген, видите, поставил. Он генерирует ток. Генерирует ток и это. Шим генерирует ток и выпрямитель. То есть все генерирует ток. Как я и говорил, ребята. Ток не идет в сети. В сети, вот сеть. Мы только запускаем систему, а когда она нагрелась, они сами генерируют ток, ребята. Просто нам надо уравнять. Значит, мы подали сюда, а тут в ответку. Но мы подкрутили нашивом, чтобы больше сюда не подавалось. Если бы здесь было не регулировано, то подали бы больше. Значит, была бы разность между этим и этим. То есть было потребление. А мы подали столько, чтобы оно уравнялось. Оно уравнялось и остановилось. Здесь вообще потребление не пошло. Потом здесь чуть подостывает. Это все происходит в доли секунды. Там, за одну секунду чуть подостыло, опять идет импульс. И так бесконечно. То есть импульс пошел, уравнялся, импульс пошел, уравнялся. То есть на выравнивании токов работает система. Потребление 0. Нагрев 150 градусов Цельсия. Всем здоровья, удачи и хорошего настроения.